Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и сегодня мы с вами посмотрим на игру, которая называется «Как достать соседа 4 на отдыхе». Как вы, наверное, уже догадались, ее сделала та же самая контора, что... «Как достать соседа 3 в офисе», которую мы с вами недавно смотрели. Полная хрень, на самом деле. Как мы видим, тут те же самые персонажи, тот же самый сосед и так далее. Авторы можно вот посмотреть. Вези Лап медленно выходит даже. Короче говоря, это как бы... Это продолжение части у нас, по сути. Те же самые разработчики сделали. Только на фоне меню теперь играет музыка. Музыка так себе, на самом деле, неплохая. Не, музыка неплохая, серьезно. Начинаем игру. Здесь уже целых 15 миссий. Больше, чем в первых двух соседях даже. И как бы так сказать. Что это у нас такое получается? Здесь вот у нас как бы... Вот в первой части вы заметили, что там дом сначала идет. Ну как бы помещение и так далее. Помещение там всякой комнаты. А в второй части там уже отдых. Всякие там... Места, где можно отдохнуть. Ну, вы поняли. А здесь, тут почти такая же история получается. В третьей части там тоже помещение, комнаты, офис. А здесь и продолжение тоже идет на отдых. Но здесь у нас никаких, нет никаких вот этих теплоходов, вот этих курортных мест. Вот дачка, шашлычок, рыбалочка. Вот это вот по-нашему, по-русски. Не, разумеется, дача, рыбалочка, это круто, вы ничего не подумайте. Но давайте посмотрим, как это здесь реализовано. Игра вышла в 2007, если я не ошибаюсь, спустя год после выхода третьей части. Подготовка к заезду. Сосед отправлен на базу, чтобы подготовить заезд. Единственное, что его напрягает, шеф, который может позвонить. Ну что же, давайте не будем давать ему расслабляться, это обучение. Ну ладно, погнали. Ну и рожу у собаки, на самом деле, ладно, погнали. Да, пикселизация по-прежнему чувствуется, однако... Да, хватит нит уже рассказывать. Камеру на этот раз отдалили, что правильно сделали, собственно. 3D вот это вот убрали. А, вот. И вот это вот хихиканье убрали. Ну, я встал же. Зажигаем! Да, сосед, как вы видите, также ходит здесь с дебильным похотаном, как в третьей части. Он что, больной, что ли? Зачем он так делает? А ну зажигаем! Ладно. Хорош. Кто так ходит вообще, а? Вот я просто вот удивлен. Ограничения по времени на этот раз убрали. Применяем суперклей. Насладитесь этим приятным зрелищем. Ну, давайте попробуем насладиться. Давайте попробуем насладиться. Получится ли это у нас или нет.
Давай быстрее шевелись. Links to drive via links, блин. Такая ходьба прям под эту песню подходит. Вот так он прям выскакивает. Тоже мне приятное зрелище. О! Интерфейс, кстати, выглядит практически так же. А, наверное, знаете-ка, что звуки слишком тихие, поэтому так плохо слышно. Ладно, давайте... Опять это мини-игра. Давайте пройдем этот уровень в настройках. Поменяем это дело. Вадя, блин. Давайте подождем, пока он тут на кресло пойдет, а потом уже позвоним. Давай быстрее шевелись, ну блин. Ну ладно, давайте. А, сумку осмотреть надо, господи, я думал. Я думал, это на телефон надо монетку положить. Ну ладно. Ошибся, ребята, ошибся. Теперь можно и на телефон монетку поставить. Звуки те же самые, я смотрю. А, вот. Но, применяй. Отойти надо. О, другое дело. А ну, зажигай! Содовую. Пакостит он, кстати, так, как будто прячет труп. Ограничения по времени убрали, здесь время идет вперед. А, сзади меня там за камерой такая прям картинка в Ваде такой. Такой, иншалла, ёп. Как один чувак в обзоре говорил. То же самое показывал. Но не показывал, а звук такой же знал. Так, ну давай, пей уже быстрее, блин. Я хочу звуки погромче сделать. Так, еще что-то можно сделать? А, все, вспомнил. Вспомнил, что надо сделать. Нет, отвернись, отвернись, я сказал. На твою рожу даже противно смотреть. Я же отвисал за баку.
А, нет, похоже, похоже, я забыл. А, нет, не забыл, не забыл. Просто тут написано отвязать собачонку, я думал, что я забыл. Ничего себе, а как так сосед это делает? Вот и все. Так, давайте. Кто музыку-то делать? Громкость звуков сделаем погромче. Ну и перейдем к заезд. Пока все распределяются по номерам, сосед занимается своими делами. А еще он пытается флиртовать со служивцей. Попробуем показать ей всю его внутреннюю сущность, которая у него на самом деле. Короче говоря, база отдыха у нас здесь какая-то. Когда он берет предмет, у него другой звук. Теперь это хорошо. А то смех отвратительный такой был раньше. Ну же, давай, иди, блин. С этими глюками еще такая проблема. Шпилька, шипучие таблетки, косточка, мужской журнал. Понятно. А-а-а, он сюда идет. Здесь ничего не надо делать. Вот здесь. Четыре пакости. Мужской журнал, по-моему, сюда надо. Как я успела? Таблетки шипучие надо было подсыпать сюда. А, хотя ладно, я бы не успел бы, наверное. Нет, собаке надо косточку. А, положить ее сюда надо. Чтобы собака сюда залезла. Открыть багажник. Ай! Как, вот как можно такую инерцию большую делать в управлении? Блин, не успеваю я ничего сделать. Так. А! Надо еще взять, оказывается, предмет оттуда. Когда соседа первых двух, обычно он, когда открывает, он сразу берет, а тут нет, смотрите-ка, блин. Не знаю, зачем отвертка нужна. А, вот зачем. Перепутываем таблички местами. Как так можно? О! Перепутанные таблички, все понятно. Куда пошел? Надо было сразу таблетки эти применять. Блин, у соседа лицо еще такое, как будто он на морозе ходит. О! Как можно перепутать двери? Хотя я путал. Так что неудивительно. Сюда он, я так понимаю, в это место он не ходит, я так понимаю. Ух,
Мы уже долго проходим этот уровень-то. Скучно, скучно. Не, с лицом у него что-то не то, реально. Находить предметы для пакости тут стало легче, чем в третьей части, и я, кстати, эту игру полностью проходил, в отличие от третьей части. В третьей части я остановился в конце второго сезона и не смог его до конца пройти. А все почему? Потому что предметы для пакости находить очень трудно. Зачастую они висят на 1-2 пикселях. Вот эту игру я смог полностью пройти. Дальше у нас что идет? Идеальный загар. Я, вот знаете что, вот когда я смотрел на... Раньше, когда вот смотрел на вот этот диск, видел, мне вот казалось, что вот это спина. А оказывается, это такая огромная башка. Тут еле-еле видно, что. Что может быть красивее, чем идеальный загар, только обгоревшая кожа от нелюбимого соседа? Давайте сделаем так, чтобы сосед и зимой вспомнил летнее солнышко. Давайте. Посмотрим... Что хочу сказать, ребята. Более унылый саундтрек придумать просто нельзя. Так. А, вот где надо брать предметы. Да, он принимает душ в ботинках. За разогревающий крем. Ну, это понятно. Так, а что тут? Что тут было? А, вот, песок еще можно взять. Песок я помню вроде бы, где надо применять. Полотенце, да. Но, я же применил песок, да? Применил, конечно. Но, господи, как бесит вот эти вот баги. Да, мыльце тут есть. Это видно прям, что оно есть. Задники рисованы, это уже хорошо на самом деле. Но вот персонажи все мыльные. Так, где-то надо положить... В каком-то месте на земле надо бросить шкуру банана. А вот где именно, не помню. Вот с этим что делать, тоже не помню. А, вот, вот здесь. А, вспомнил. Может, песок сюда тоже надо насыпать?
А, таких вот звуков «У», как в третьей части, он, кстати, не издает здесь. Да. Как можно это самое играть, как может быть весело с таким унылым, с таким вообще супер-пупер унылым саундтреком-то? Более унылый саундтрек реально нельзя просто придумать. Игра способна вызвать тревогу и депрессию, это действительно заслуживает уважения. Так говорил Чак Ревью в своем обзоре про эту игру. После этих слов мы видим, как он выкидывает диск с игрой в мусорку. С этой игрой. Ну вот и все, собственно. Посмотрим, что у нас там дальше. Сиеста как раз в этом слове служицы разошлись по номерам отдыхать, а вот сосед решил отдохнуть на свежем воздухе. Ну и поближе к еде, разумеется. Пожрать на халяву надо. Да, музыка играет, а сосед флексит, ходит, блин. Стульчик, ну это, я так понимаю, пердушку надо положить. Таблетка слабительного, ну это, я так понимаю, туда надо. А, вот, косточку взять надо и положить ее, наверное, куда-то. Гамак подпилить, наверное, надо. Пилой. Я помню, вот эту штуку, по-моему, надо еще было как в каком-то, на каком-то уровне ломать. Или нет? Ну, вроде да. Открытая салонка. Чашка с водой, это сюда, я так понимаю. Ну блин, опять надо отходить, чтобы применить пакость. Прям под гамак, ну зашибись. Давай быстрее шевелись, сосед, блин. Чё это с ним такое, блин?
две последние пакости, так понимаю, остались здесь, да? Кстати, забыл сказать про третью часть КДС-соседа. Как я ее устанавливал? У меня с установкой проблемы возникли. Я сначала где-то там скачал ее. И там... Значит, там какой-то Star Force открылся, драйвера просит установить. Какие нафиг драйвера? Вы че? А потом еще... Компьютер принимал эту игру за вирус какой-то. И... Но потом, короче, проблемы с установкой игры. Какие драйвера нафиг? Чё, блин? Потом еще... Ну, я потом скачал антологию, когда соседа. И там все запустилось нормально. Никакие драйвера, ничего не пригодилось. Вечер самодеятельности. Рыбалочка. Пикничок. Шашлычок. Если... Давайте, пикничок. О, вот эта музыка уже лучше. Не то, а не то унылье, что было позапрошлый раз. Босс офиса тоже здесь. Все персонажи здесь, кроме сторожа. Сторожа нет. Но вместо сторожа тут... На... Тут был продавец журналов. Я так понимаю... Продавец журналов, вон. Бутылка с водой и это пустая... бутылка. Так, он пойдет вниз? А, нет. За баллончиком пойдет. Да блин! Так, короче, надо придумать, что с этим пока делать. А, сумочка есть. Чё? Ну это просто офигенно, ребята. Ребята, ну это просто офигенно. Вот прям обожаю, когда такие плохие игры вылетают. Ладно, ребята. Раз уж игра вылетела, то давайте на этом закончим. Не играйте в такую игру. Такая же фигня, как и третья часть. Мы на КДС Студента с вами тоже посмотрим и на пятую часть. Пятого КДС Студента из России с любовью мы пройдем после того, как я разберусь с зависаниями. Там игра зависает постоянно на загрузках. Ладно. На этом все. С вас, Олегос, подписывайся, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой канал, вот этот вот. Собственно говоря, подписывайтесь на канал, также вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.